Друзья, всем привет! Сегодня будет очень интересное видео. Я вам расскажу о своем стиле жизни, расскажу о своем распорядке дня. Будет очень интересно. Обязательно досмотрите это видео до конца. Особенно досмотрите это видео до конца те, которые хотят жить по такому стилю жизни, потому что, ну, это очень своеобразный стиль жизни. Такого стиля жизни не было, наверное, еще 5 лет назад. Я имею в виду, не было блогеров, ну, может быть, 10 лет назад точно такого стиля жизни не было. Так вот никто не жил. Смотрите, мне часто пишут люди, вот, особенно новые подписчики, вот, подписываются, видят мой стиль жизни и думают, что я все время отдыхаю. Они видят мой инстаграм и пишут: блин, ну ты все время отдыхаешь, хватит отдыхать. Смотрите, наверное, с 2016 года не было такого дня, чтобы я не работал над своим делом. Такого дня не было. То есть я каждый день работаю. Каждый день работаю. У меня нету отпуска, у меня нету выходных. Мне каждый день нужно зайти в телефон. Получается, у меня каждый день работа и каждый день отдых. Ну вот как-то так. Не бывает такого, чтобы что-то одно было. Вот только работа. Ну, наверное, только работа бывает. Но вот чтобы сплошной вот отдых, чтобы я вообще там не зашел в телефон, ну, такого не бывает. Потому что при моем образе жизни, ну, сейчас так нельзя, да, сейчас такой мир, мне нужно все время держать, можно сказать, руку на пульсе. Вот такая тема. То есть отдых и работа, все вперемешку, всегда все вперемешку. И смотрите, если я путешествую, если я в другой стране, это то же самое, что я вот в своей стране. Это то же самое, просто меняется локация. Я также там работаю каждый день, я каждый день там работаю, я там не отдыхаю. Думают многие, что я там отдыхаю. Нет, я там каждый день работаю, так же, как и здесь. Просто я пощу фотографии в инсту с разных локаций. Я же не буду постить, как я все время сижу в ноутбуке, сижу в телефоне, да? Я же не буду постить, как я все время, например, работаю. Нет, понятное дело, я пощу фотки с разных мест, и люди думают, что я отдыхаю. Ну вот, к примеру, вот мы где-то там за границей, в Дубае. С утра пошли на пляж, потом в аквапарк, потом еще на какую-то экскурсию. Приехал я там в 5 часов вечера в отель и сел за работу. Целый день монтирую, отвечаю людям, пишу тексты, ищу интересные позиции по акциям, мониторю новости и до самого вечера. Потом пишу заготовки, с утра просыпаюсь, пишу пост, выкладываю пост, что я на пляже, и люди такие: ты отдыхаешь. Опять ты, блин, отдыхаешь. Потом я, например, с утра работаю, работаю, работаю. Целый день работал. Вечером мы там пошли в какой-то ресторан. Я выкладываю фотку с ресторана. Люди пишут: опять ты отдыхаешь. Понимаете? Ну вот такой вот у меня стиль жизни. Смотрите, вот, например, сегодня. Только что я съездил в банк. Где? Вот. Только что съездил в банк. Доллары не дают сейчас в банке, кстати. Это я съездил в банк, потом в обменник. Вот. Я люблю доллары, вы знаете. Поменял денежки. Окей, разобрался там со всеми делами. Сейчас я сижу, записываю видео, потому что у меня есть свободное время. И после этого мне нужно будет ехать в барбершоп, в свой барбершоп, потому что у меня там запись. Ну и заодно узнаю, как там дела. Видите, кстати, весь зарос. Мне часто пишут: почему ты не стрижешься, почему ты там не бреешься, у тебя есть свой барбершоп, ты можешь ходить там каждый день, можешь круто выглядеть, всегда будешь ухожен, а то ты вечно заросший на всех видео. Ребята, у меня реально нету на это времени. Вот я как миллиардер, я не люблю тратить на это время. Да, как миллиардеры ходят все время в одних и тех же футболках. Вот у них там 100 белых футболок, и они все время одевают одну и ту же футболку, потому что они не хотят забивать голову, да, вот такой вот ерундой, думать там, что одеть, что подобрать. И вот сейчас реально, чем старше я становлюсь, мне реально на это пофиг, потому что есть как-то дела поважнее, и вот реально забивать голову такой вот херней мне не хочется. Сидеть в барбершопе там час, целый час, даже больше, пока тебя постригут, пока тебе бороду, пока... Я это реально не люблю. Я вот реально не могу усидеть. Я говорю: стригите меня побыстрее, мне по-быстрому, под машинку. Ну не надо мне ничего делать. Вот я реально не люблю на это тратить время. И в барбер свой, ну я заезжаю стричься. Именно стричься, наверное, ну раз в месяц. Может быть два. Вот как-то так получается, понимаете? И вот, я еду в барбершоп. После этого я приезжаю домой. Я начинаю монтировать этот ролик. Опять же, я начинаю искать интересные позиции, мониторить новости, мониторить все чаты. Если я нахожу какую-то интересную акцию, я целый день убиваю на анализ. Потом мне же нужно сделать посты в телегу.
написать сообщение всем в закрытый канал. Вот, мы там заходим, мы начинаем инвестировать. Начинаю потом отвечать людям. И вот так вот, пока туда, пока сюда, все, на часах уже 3 ночи. Нужно ложиться спать. Потом кто-то мне что-то написал, там какая-то ситуация возникла, нужно ее решить. Я опять захожу, решаю, все, 4 ночи, окей, я ложусь спать. На следующее утро я выставляю фотку с барбершопа, и люди такие: блин, ты опять отдыхаешь. Понимаете, вот так получается. После этого, вот, к примеру, завтра. Какой у меня завтрашний день? Рассказываю. Завтра у нас встреча с дизайнерами по ремонту. Окей. Еду я на эту встречу, едем, все решаем, там тоже очень долго все решать, пока там материалы подобрать, пока там рассчитаться. После этого нам нужно ехать в лабораторию, сдавать тест на коронавирус, потому что нужна справка, чтобы полететь в другую страну. Окей, там это фигня времени, там меньше, чем полчаса. Окей, все сдали. После этого мне нужно ехать к юристам, порешать дела с юристами. Может быть, мне нужно еще будет заехать, еще вот сейчас договариваюсь за недвижку, порешать дела по недвижке. Потом я опять приезжаю, потом я опять делаю посты, делаю перевод. Мне присылают перевод, я делаю адаптацию. Мы делаем текст, готовим текст. Я, кстати, сам все делаю. Я сам делаю картинки, я сам делаю превьюхи. Это я тоже все делаю сам. Вот после этого всего я приезжаю и это все начинаю делать. Вот такой вот день. Можем там еще, если я раньше освобожусь, пойти в ресторан. Идем в ресторан, выкладываем фотку с ресторана, там любимая что-то постит, мы сейчас в ресторане. Выкладываю фотку, я с ресторана, и все такие: ну, ты опять отдыхаешь, понимаете? Вот такой вот стиль жизни. Каждый день работаешь, каждый день, можно сказать, кайфуешь, отдыхаешь. Вы знаете, что я не люблю слово «работа». Да, я не работаю. Я занимаюсь любимым делом. Но я этим занимаюсь каждый день. Каждый день работаю над собой. Вот такой вот стиль жизни. А в путешествиях все точно так же. Понятное дело, я не буду заезжать там по недвижке, я не буду заезжать в банк, не буду заезжать там к юристам, какие-то дела вот такие вот решать, когда я на машине, когда вот у меня выездной день. Помните, я говорил, когда у меня выездной день, я стараюсь все втиснуть в этот день, чтобы взять тачку, все объехать, приехать домой. В путешествиях я много работаю за компом, много пишу, много монтирую, я очень много пишу, мне же нужно отвечать, мне же нужно писать посты, я вот настолько прокачался в этом плане, я каждый день пишу, кстати, нету такого дня, чтобы я не писал, мне нужно каждый день зайти в телефон и что-то написать, либо кому-то ответ, либо пост, либо перевод, адаптацию, либо какой-то там запрос, либо общаться с кем-то в чате, по какому-то сигналу, по какой-то позиции, стоит ли ее покупать. Потом опять нужно делать пост в телегу, делать пост в инсту. И вот так вот по кругу. Каждый день это все я делаю сам, ребят. Сам, потому что это мое дело, я этим живу. Я не могу это никому доверить. Потому что, ну, я знаю, что нужно донести вот в этом посте. Да, я знаю то, что я хочу написать. Если бы я это все кому-то там делегировал, я бы больше времени потратил на объяснение, что я хочу вот донести. Вот такая ситуация. Каждый день работаю. Даже есть такие дни, да, конечно же, есть такие дни, когда я выделяю время на семью, да, чтобы там побыть вместе с родителями, например, с женой, там, сходить в кино или посмотреть дома фильм, просто дома посмотреть какую-то комедию, то есть провести время с женой. Все равно я должен зайти на час, может быть, с утра, на час, на два. Я все равно должен зайти, всем ответить, все посмотреть. И потом могу отложить телефон там на полдня и, так сказать, отдохнуть. Но нету такого дня, чтобы я не работал. Ну вот как-то так. Вот такой стиль жизни. И ты все контролируешь, да, потому что ты решаешь. Ты сам решаешь, ты сам хозяин своей жизни. Ты сам решаешь, что когда делать. Ты сам берешь и назначаешь встречи. Ты сам планируешь свой график. Ты сам говоришь, когда встретиться с теми, с теми, с теми. Ты сам решаешь, когда поехать в банк. Сам вот взял и поехал. Когда у тебя есть свободный день. Не так, что тебе звонят, вот нужно срочно быть завтра. Ни хрена. Я решаю, когда мне быть. Вот это мега удобно. И я решаю, когда отдыхать. Хочу отдыхаю, хочу не отдыхаю. Нравится работаю. Лежу, например, на пляже, пишу текст, пишу пост. Подходит чувак, говорит: не хочешь прокатиться на гидроцикле? Я говорю: окей, погнали. Все, взял, пошел, покатался. Пришел в номер, опять начинаю работать. Вот так вот как-то. Каждый день работа. И каждый день праздник. Больше всего времени я провожу в ноутбуке и в телефоне. По работе. Это, наверное, ну,
80%. Реально, это 80%. Вот такая работа. Многие, я знаю, хотят иметь такую работу. Хотят вот все время, да, что-то делать за ноутбуком. Как бы никуда не ходить, не работать руками. Каждый день, я каждый день отвечаю людям. Мне нужно отвечать на комментарии. Понимаете, если вы в медийном пространстве, нельзя выпадать из колеи. Нужно все время быть на связи. Потом позвонил бухгалтер, говорит, нужно отправить платежи. Окей, мы там 2 часа отправляем эти платежи. Потом, что еще? Кто-то написал с команды. Да, нужно решить какой-то вопрос. Потом подкинули какой-то сигнал. Я начинаю мониторить этот сигнал. Я начинаю искать информацию по этому сигналу. Я начинаю писать всем там ребятам, кто держит эту бумагу, кто собирается покупать эту бумагу. Потом мне нужно готовить этот сигнал. И вот так вот, вот так вот, вот так вот нужно все время мониторить, потому что появляются какие-то новости. Ну, например, по инвестициям. Я сейчас говорю про закрытый канал. Мне же нужно все время быть в курсе всех новостей. Вот какая-то новость, кто-то там купил какую-то бумагу на 2 миллиарда долларов, вот какой-то инвестор там что-то знает, мы все за этим инвестором, мы спрашиваем у ребят, кто покупает эту бумагу, все покупают, значит ждем роста, ждем 100%, все, все начинают заходить. Потом я сам анализирую, ищу хорошую точку для входа, и вот так вот, вот так вот, вот так вот по кругу, каждый день за ноутом, каждый день в телефоне. Ну вот такая жизнь, ребята. И, кстати, знаете, я выработал в себе такую привычку использовать телефон только по назначению. Только по назначению. Я никогда не использую его для залипания. Знаете, как просто на отдыхе там залипают в телефон, что-то там смотрят. Ну просто там 5 часов могут там в ТикТоке позалипать, в Ютубе. Нет, у меня такого нет. Если я беру телефон, я делаю все четко, то, что мне нужно. Или я читаю какую-то статью, или я общаюсь в чате, можно сказать, по работе, или я общаюсь со своей командой, все, больше ничего не делаю. Или я пишу пост, пощу пост, отвечаю на комментарии. Я просто так вообще нигде не лажу. Нигде не лажу, просто для развлечения, вообще не использую телефон. Не использую. Я могу. У меня есть дни такие разгрузочные, да, когда я уже говорил, я провожу время с семьей, или там иду в какой-то поход. Ну, когда там отдыхаю на природе, можно сказать, я могу использовать телефон 1 час в день. Ну, наверное, час нет, 2, наверное. Наверное, где-то 2 часа утром и вечером. Утром час, вечером час. Взять, всем отписать, написать посты, сделать какие-то заготовки, все поделать в телефоне, прочитать статью по мотивации, статью по финансам, цитаты какие-то интересные. Все, потом целый день я без телефона. Вечером я захожу, много сообщений, я начинаю отвечать людям. Я там ответил на пару комментариев, я просмотрел почту, я ответил команде, я посмотрел, нет ли никаких сигналов, сигналов нет, все, ложусь спать. Вот так вот. Вы не думаете, что если я работаю с телефона, я от него зависим, да? Я его просто с рук не выпускаю, я каждый день... Нет, я его использую четко по назначению. Я делаю только то, что нужно. Потому что телефон, если его использовать не по назначению, отнимает очень много времени. И я себя мотивирую тем, что если я сижу в инсте, то я только отвечаю на комменты, например. Делаю что-то полезное. Общаюсь, например, с людьми. Если я сижу в телефоне, я набираю пост. Если я сижу в телефоне, я ищу какую-то интересную акцию, понимаете? То есть я себя мотивирую тем, что вот то время, которое я трачу, оно идет мне на пользу. То есть использование вот этого вот гаджета, можно сказать, несет мне только пользу, только пользу. Оно мне приносит деньги, я там помогаю людям, оно приносит мне, не знаю, ну какую-то репутацию, да. Вот, когда я там отвечаю человеку, людям безумно приятно, когда я лично отвечаю, а лично каждому сам отвечаю. Или когда я читаю какую-то статью по финансам, по мотивации, я читаю, я развиваюсь, то есть... Я использую телефон только для роста, представляете? Я никогда не использовал телефон, можно сказать, для деградации. Практически никогда. Ну вот за все эти года никогда. Чтобы там что-то посмотреть, позалипать, нет. Только по назначению. Только для работы, и это мне только в плюс. И вот это очень круто. Это очень круто, потому что большинство людей, да, вот ты... Смотришь на человека, он там сидит, в какую-то игру играет, или он там сидит, просто эту ленту вот так вот листает, просто тратит свое время, и это ему не приносит денег. А я сижу в том же Инстаграме, и это мне, получается, приносит деньги.
Да, потому что я занимаюсь своим делом, я прокачиваю свой личный бренд. Я там пощу посты, я пишу полезную информацию, я отвечаю людям. Понимаете? Короче, друзья, вот такая вот у меня жизнь. Каждый день у меня разный. Даже когда я в своем городе, даже когда я не в другой стране, каждый день разный. Все время что-то меняется, все время... Ну, не было ни одного прям похожего дня, да, как у обычных людей, которые ходят на работу. Каждый день одно и то же, одной и той же дорогой, один и тот же маршрут. Один и тот же там автобус, все одно и то же. Вечером, к примеру, один и тот же сериал. Вы представляете, какая у людей жизнь? Все просто по шаблону, по шаблону, по шаблону, каждый день. Жесткая прям рутина, вот. В моей жизни такого вообще нет. Вот если вы хотите жить такой жизнью, стремитесь к такому стилю жизни, то у вас каждый день будет разный. Каждый день — это новый день, это новый вызов. Главное здесь держать баланс. Многие люди от такого стиля перегорают. Бывают такие дни, что я реально, я сажусь, например, там в 3 часа дня за комп и встаю в 6 утра. Целый день нахрен за компом. Просто если есть какое-то дело, я должен его доделать. Я не могу лечь, спать. Я знаю, что вот еще чуть-чуть осталось мне дописать этот перевод, еще там, ну, немного осталось. Но я не могу перенести вот эту фигню на следующий день. Я потеряю мысль, я собьюсь. Вот я уже настроен. Я все доделаю и потом с чистой душой, можно сказать, ложусь спать. Но зато, знаете, как потом отдыхается? Лучше всего отдыхается после тяжелой работы, лучше всего. На следующий день можно поработать там часик-два. Можно, например, расслабиться. Ну вот как-то так, но нужно уметь расслабляться, нужно уметь держать баланс, нужно уметь наслаждаться, нужно уметь кайфовать. Иначе зачем все эти деньги, я вас уже учил, зачем эта вся работа, ради чего все это? Ради чего? Чтобы наслаждаться жизнью. Нахрена мы зарабатываем деньги? Да чтобы наслаждаться. Какой прикол с тех денег, если все время работать, работать и не кайфовать от жизни, и не позволять себе то, да, что у тебя не было. Вот. Меня всегда это интересовало, я всегда стремился к новой жизни. Блин, я говорю, вот, я хочу заработать, чтобы попробовать это. Я хочу заработать, чтобы полететь туда. Я хочу заработать, чтобы купить вот такую тачку. Ну, для этого же это все. Я хочу заработать, чтобы сделать этот мир лучше, чтобы помочь другим. Только ради этого мы зарабатываем, а не ради просто цифр. Просто ради непонятных каких-то цифр. Короче, ребята, на этом все. Я буду ехать. Вот такой вот мой стиль жизни. Такого реально раньше не было. Такого реально раньше не было. И это круто. Это круто. Я кайфую от своей жизни. Если понравилось видео, поставьте ему лайк, поделитесь им с друзьями. Всем желаю, что я хочу пожелать. Я в каждом видео что-то желаю. Да, вот, подвожу, можно сказать, итог. И все, опять же, у меня здесь никаких заготовок. Я вот знаю, что я хочу вам рассказать. Мне вот люди пишут, я читаю все комментарии, люди пишут: расскажи о своем распорядке. Нет, сними видео, да, о своем распорядке дня. Ну, видео как бы, я не могу такое полностью прям снять, потому что каждый день, видите, каждый день он разный. Я могу об этом всем рассказать. Вот, и хочу пожелать вам свободы. Реально свободы, чтобы вы были свободны, чтобы вы решали. Только вы решали. Где вам отдыхать, с кем сотрудничать, на какое время назначать встречу, только чтобы вы решали, чтобы вы были свободными. Ищите путь через счастье. Ты свободен, когда счастлив. Ты счастлив, когда ты свободен. Вот так вот. Короче, кто не подписан на канал, ребята, подписывайтесь. Я буду делиться вот такой вот с вами информацией, делюсь своим опытом, делюсь своей жизнью, потому что я начинал с нуля, я тот парень, который стремился к такой жизни, стремился, я хотел жить такой жизнью, и я хотел работать над собой, я хотел все делать, чтобы жить такой жизнью. Короче, опять я затягиваю, всех люблю, целую, обнимаю, всем свободы, пока!